Так, оренбуржцам всем привет. Всем доброго воскресенья. Все у нас. Сегодня у нас 14 апреля. Вот такие вот дела обстоят. Мост полностью перекрыт, вообще полностью. Даже людей не пускают туда. Вот. Тут, я так понимаю, спасатели, волонтеры на лодках прибыли. Вот. Ну, как бы вода не поднимается, самое главное. На Урале это уже радует. Вот. Вот тот дом, получается, вон тот, вот этот, где озон. Там все перекрыто, наверное, они, скорее всего, не работают уже. Вот. Ну, я не стал, я хотел по мосту туда пройтись, в ту сторону, но как бы не пускают меня. Пошли, а да, я сейчас прошу у ДПСников, может, нас с тобой пропустят на том. Хотел просто по мосту пройтись, посмотреть. Эй! Здравствуйте. А могу я по мосту пройти с собакой? Нельзя. Нельзя, да? Да. А с чем связано? А? Нам уже сказали, что нельзя. Не, а с чем связано? Да. Опасность большая. Да? Хорошо, ладно. Не знает, у кого что на уме. Ну да, ясно, ладно, не понял. Надо не надо нас снимать, говорит. Ну пошли. Короче, сейчас я пойду на ту сторону. Эй, Ёнька, идем. Да, волонтеры прибыли на машинах. Иди сюда, с той стороны пройти. Ты с этой стороны пройди, идем. Ну, в принципе, она и позавчера тут была, вода стояла. Так-то. Сейчас туда пройдем с ней. Ну, в общем, вот такие вот дела, да? Никакого ни движения, ничего не... Понятный пассажирский транспорт тут, ничего себе. Так, и что там... Не понял.